Праздник собора всехвальных 12 апостолов митрополит Воронежский Лискинский Сергий совершил великое освящение домового храма в честь Дивногорской иконы Божьей Матери. Второе название этого образа – сицилийское по месту явления иконы. Предание гласит, что образ был принесен в Россию благочестивыми старцами, инокими Ксенофонтом и Асафом из Свято-Успенского Дивногорского монастыря. Наш следующий сюжет. Об истории создания домового каменного храма в честь Дивногорской иконы Божией Матери в братском корпусе в монастырских летописях сообщается в 1780 году. Тогда были выстроены двухъярусная каменная надвратная колокольня с западным корпусом монашеских келей и восточный флигель. А в 1860 году в монастыре был заложен и через три года освящен храм в честь Дивногорской иконы Божией Матери. Монастырская жизнь была прервана революцией 1917 года и гражданской войной. В 1918-м обитель была закрыта, а в 1924-м на ее месте возник дом отдыха, а позже санаторий. В период Великой Отечественной войны на территории монастыря размещались эвакуационные госпитали. Домовый храм в честь иконы Божией Матери Дивногорской, хозяйки этого места. И вспоминалось и приходило на ум все то, духовные наследия, которым мы богаты, и которые богаты и эта обитель, и народ, который жил здесь. Восстановление монастырских строений в первозданном виде и воссоздание храмов началось после возрождения в обители монашеской жизни в последнем десятилетии 20 века. Многие годы потребовалось для приведения порушенных святынь в благолепное состояние. После трудов пришло время вновь совершаться богослужением и в отреставрированном домовом храме в честь Дивногорской иконы. Дивногорские иконы Божией Матери – это чудный и дивный образ, исторический, свидетельствующий о некогда единой церкви, о неразделенной истории и духовном наследии Восточной и Западной церкви, потому что она была прославлена и ее чтили на острове Сицилии. И этот остров до ныне есть, но я не уверен, что там есть списки Божией Матери, которые находятся здесь, у нас, в этой обители. Праздник продолжился открытием выставки-ярмарки «Святые горы Дивногорья», разместившейся у стен Свято-Успенского Дивногорского монастыря. Подобные ярмарки традиционно до 1917 года проводились неподалеку от стен монастыря на берегу Дона. И сейчас традиция оживает вновь.